Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен, и сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на магической колоде Мибрамик на такую тему. Отношение к вам в душе и действия по отношению к вам в загаданный срок у загаданного человека. У нас будет 6 позиций по 2 карты. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены довольно демократичные. Запись идет на понедельник, вторник. Поэтому спешите. Пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте. Также в директ Instagram. Я вам обязательно отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика сканирования целителями. Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой Instagram. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Обязательно присоединяйтесь и пишите. Приглашаю вас на ритуалы. Это чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от Луны не зависят. Также ритуалы на финансы, на здоровье, на отношения, на избавление от зависимости, на похудение и многие-многие другие. Все они делаются только после диагностики. Также заряжаю для вас талисманы из янтаря и другого камня. Сейчас появились еще приворотные талисманы. Вернее, ну как приворотные, повышающие вашу привлекательность перед противоположным полом. Это очень интересные талисманы, и у них необычная форма. Их можно не обязательно носить на себе, можно просто носить в сумке или в кармане. Заходите в мой Instagram, вы их сегодня увидите вечером обязательно. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Отношение к вам в душе и действия в загаданный срок у загаданного человека по отношению к вам. И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, отношение к вам в душе, у нас вышла карта «Мир». Действие в загаданный срок по отношению к вам, у нас вышла пятерочка кубков. В душе по карте «Мир» человек относится к вам очень хорошо и серьезно. В первую очередь есть глубокие чувства, есть признание вас как человека, может быть, как свою вторую половинку, как человека, с которым могут быть идеальные отношения. Но действий в загаданный срок вы от этого человека не ждите, потому что выпала пятерка кубков. Этот человек явно не видит возможностей для того, чтобы действовать. Все мы знаем, что по пятерке кубков человек всегда видит 3 упавших кубка, но не замечает 2, которые остались стоять. И явно человек как будто бы очень удручен. Он испытывает такой пессимизм по поводу ваших отношений. Ковыряется очень много в себе. Но вы для него безумно важны. Вот это вам, скорее всего, и есть послание от высших сил. Да, когда вы почему-то выбрали этот расклад, смотрите его, задаете этот вопрос, выбираете эту позицию. Да, и вам высшие силы говорят: да ты важен или важна для этого человека. Тебя любят, ценят, уважают. Но пятерка кубков говорит о том, что он боится действовать. Он не может действовать. Он переживает очень сильно какой-то кризис в жизни. Или какая-то кошка черная между вами пробежала. Да? И он как будто бы переживает. И знаете, очень многие люди от стресса ведут себя несколько неправильно. И вот, да, это бездействие, оно неправильное. Но пока что человек в стрессе находится и действовать не будет в загаданный срок. Ну, такая позиция номер один. Вторая позиция. Отношение к вам в душе. Паш мечей. Действие в загаданный срок. Девятка пентаклей. Ну, что мы можем тут сказать? Эти карты говорят о том, что человек вам не доверяет в душе. Он считает, что в чем-то вы человек явно ненадежный. Также это может быть какая-то вредность, ежистость по отношению к вам. Даже если человек что-то явно показывает другое, то именно в душе, в глубине души у него есть вот этот вот меч, да? Такой вот вредный паш, хитрец, плут, лгун, который понимает, что никому в этой жизни доверять нельзя и судит по себе чаще всего. Вот, тут идет ревность, скорее всего, переживание, а не предадите ли вы этого человека рано или поздно. Может быть, это сейчас все так хорошо, а завтра будет все гораздо хуже и так далее. Девятка пентаклей при этом тоже об активных действиях совершенно не говорит. Раз человек в глубине души вам не доверяет, он может показывать из себя такого вот
человека, глубоко морального, знающего все о жизни, разбирающегося или состоятельного, но кто не опустится до того, чтобы унижаться, извиняться. Или если никто не конфликтовал, то не снизойдет до того, чтобы там брать и проявлять себя очень активно, а лучше подождет, когда же вы к нему себя проявите, когда же вы поухаживаете, а он с удовольствием эти ухаживания ваши примет и будет еще очень сильно выкобениваться, потому что это очень сильный эгоист по девятке пентаклей. Ну вот такая вот вторая позиция. Позиция номер три. Отношение к вам в душе двойка пентаклей. Действие в загаданный срок – двойка мечей. Что могу тут сказать? То, что человек явно находится в ситуации выбора между вами и кем-то другим. Либо между тем быть в этих отношениях и продолжать их, взяться за них уже основательно, либо завершить эти отношения. И пока человек так и будет в загаданный срок сомневаться. Он может, в принципе, общаться с вами, проявлять себя, но часто вы будете, вот знаете, как по третьей позиции, прям ощущать состояние этого выбора, отстраненности. Даже если человек общается, он будет несколько подзакрываться от вас, стараться не говорить определенных слов, чтобы у него не вырвалось, да, даже в каких-то чувствах. Либо, если у вас уже идет состояние такого раздрая в отношениях, то человек вообще себя никак не проявит и еще по двойке мечей будет ограждаться от вас. Хотя на самом деле сомневается, быть ему с вами или не быть. Продолжать ли эти отношения, бороться ли за них. Вот такая позиция номер три. Четвертая позиция. Отношение к вам в душе. Колесница. Действие в загаданный срок. Девятка мечей. Колесница говорит о том, что человек очень вами увлечен, и если находится на расстоянии, то хотел бы, чтобы это расстояние сократилось. Если же рядом где-то находится, то это страсть, это увлеченность, это желание продолжать отношения однозначно. Однако девятка мечей говорит о сильной депрессии, о том, что человек очень сокрушается по поводу какого-то обстоятельства, которое вас разделяет. Это может быть его болезнь, это может быть отсутствие финансов. Давайте спросим, какое обстоятельство, да? Отшельник. Человек, скорее всего, либо вы находитесь поодиночке друг от друга, да, и человек чувствует себя безумно одиноким и не знает, как спасти отношения. Если же вы вместе сейчас, то человеку очень сложно переживать какую-то проблему в одиночку, но вам он о ней не сообщает. Хотя столкнулся с очень большими трудностями. И из-за этих трудностей, которые могут быть связаны вплоть до того, что даже проблемы с законом, из-за этих трудностей человек, скорее всего, нормально действовать в вашу сторону в загаданный срок не сможет. Однако позже этого срока проявления к вам будут однозначно. Но эту проблему сначала ему нужно решить, чтобы действовать по отношению к вам. Знаете, что чувство у человека к вам есть в любом случае. Пятая позиция. Отношение к вам в душе. Пятерка мечей. Действие в загаданный срок. Двойка кубков. Сейчас человек на вас явно сердится или считает, что кто-то вмешивается в ваши отношения, и ему бы этого не хотелось. Он злится либо на кого-то, кто вмешивается в ваши отношения, либо на вас. Если на вас, то считает, что вы его или подло обманули, или предали, или как-то ведете себя неправильно по отношению к нему. В глубине души это именно происходит. То есть показывать человек может совершенно другие вещи. Однако в загаданный срок человек будет строить с вами отношения, ухаживать за вами, общаться с вами очень положительно, признаваться, может быть, даже в любви, налаживать отношения, мириться, если вы ссорились, восстанавливать связь, если вы разрывали ее и так далее. То есть, скорее всего, он молчит о том, что он на вас за что-то злится или обижается, или очень сильно ревнует, но он молчит об этом. И будет строить отношения, и будет, ну, с вами в этих отношениях вот прям как два голубка. Вот не зря вы, наверное, вытянули пятую позицию. Что-то о чем-то карты о таком лживом предупреждают вас. То есть на самом деле человек может себя проявлять очень положительно по этим картам.
А ведь внутри-то у него чертовщинка сидит. Шестая позиция. Отношение к вам в душе — двойка жезлов. Действие в загаданный срок — солнце. Двойка жезлов говорит о том, что человек часто занят какой-то работой, и ему очень сложно на вас отвлекаться. То есть, да, этот человек вас любит, да, ценит, и вы ему нужны. И внешне он может не проявлять этого, но он иногда бывает занят, и ему сложно разрываться между вами и работой. Возможно, это командировки, или даже у вас отношения на расстоянии, или человеку часто приходится просто, да, куда-то ездить, даже по городу, по делам. Но вы как будто отрываете его от важного дела, и ему вот в этой ситуации сложно. Однако отношения он будет продолжать. И если даже у вас сейчас ситуация ссоры или разрыва, это означает карта солнца, примирение, новый шанс в отношениях и сильное улучшение в загаданный срок со стороны особенно человека, да. То есть будут действия, будут ухаживания, будет желание, да, эти отношения строить, несмотря на тяжелые обстоятельства. Туз Пентаклей тут же показывает, что это счастливые отношения, несмотря на трудности, несмотря на то, что в них может даже кто-то вмешиваться и быть ситуация выбора. Но дело не в этом, а в том, что есть любовь, есть чувство, и все равно идет шанс на то, чтобы в этих отношениях даже построить вплоть до брака, родить детей и так далее. Вот такие у нас были 6 позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока!